Господи, что за красавицы! Отдать все и мало. Посмотрите на пальцы. Роскошь, девочка. Ноздрями шевелит. Чует пострел, что в июне на волю вырвется. Дай только вырваться. Забудет она и нас, и нашу начальницу, нашу живузешку. И тебя, и меня, болвана. И алгебру твою. И мою географию. Не алгебра с географией ей нужны. Ей нужен простор, блеск. Нужна жизнь. И месяца не пройдет, как вся твоя алгебра полетит к черту. Встретишься с ней, так она только ноздрями пошевелит и здравствуйте не скажет. Спасибо хоть за то, что коляской не раздали. Бонжур. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Бонжур. Я хочу просить у вас совета, Арнольд Сергеевич. Простите, ради бога, мою бестактность, но скажите, как вы получили прибавку к жалованию? Здравствуйте. Зная ее скупость, я никак не могу решиться. А на практике ведь как выходит? Я да мать, да две сестры. А жалование 23 рубля. Ведь есть и пить надо. Чаю и сахару надо, табаку надо. Давеча за мукой посылал. Ой, здрасте. Ищем мешок. Туда-сюда. А его нищие украли. За новый 15 копеек платить. Вот тут и вертись. Надо ей сказать не прямо. Да. А дипломатически. Угу. Скажите ей, например, несмотря на то, что она в летах. Но нос и глаза... При чем здесь нос? У нее гораздо лучше, чем, например, у той же Пальцевой. Бонжур. Увидите, какой будет эффект. А вы попробуйте прямо сейчас, она сегодня в расположении. Смелее, смелее, голубчик, а то вы так останетесь с этим вашим жалованием 23 рубля. Больше комплиментов, главное. Ноздрями шевелит. Смотрю я, Бьянка Ивановна, на ваше лицо, и вспоминается мне прошлое. Какие в наше время прежде красавицы были. А теперь перевелись красивые женщины. Теперь красивых женщин нет. Какие-то, прости господи, трясогузки. О, боже. Гильки, честное слово. Одна хуже другой. Неправда. Сейчас очень много красивых женщин. Да где? Покажите мне. Где? По доброте... Вашего сердца вы, Бьянка Ивановна, и белужью харю красавицей назовете. Простите меня великодушно, да, мои кель выражанс, но я вам искренне говорю. Нарочно вчера во время концерта осматривал женщин. Как это? Так. Кривуля на кривуле. Ну вот... Возьмем для примера наш старший класс. Ведь это все невесты, бутоны. Самые, можно сказать, сливки. И что? 18 их штук. И хоть бы одна хорошенькая. Вот и неправда. Вот и неправда. Спросите, вам любой скажет. Il y a beaucoup de belles filles à mon classe. Vous comprenez?
В моем старшем классе очень много хорошеньких девушек. Покажите. Вы посмотрите на Кочкину. А Иванова вторая. Кочкину? Да, Кочкину. А Пальцева? Взгляните на Пальцева. Это просто картина. Удивительно. Ничего не вижу в ней хорошего. Я женщина, но я сама на нее заглядываюсь. Удивительно, ничего не вижу в ней хорошего. А вы вглядитесь. Боже, какие прекрасные голубые глаза. А, это само совершенство. В древности с нее писали бы богинь. Я отдыхаю, Бьянка Ивановна, только когда смотрю на лицо какой-нибудь дамы. Правда, свежести и молодости можно не увидеть, но зато глаза отдыхают на правильных чертах. Главное, правильность черт. Я как математик говорю. А вашей Пальцевой на лице не черты, а какая-то, простите, сметана, кислятина. Вы не вглядывались. Вы выглядитесь. Вглядитесь, а потом говорите. Ничего не вижу в ней хорошего. Позовите сюда Пальцеву. Пальцева, мадам Живозе. Обратите внимание на ее глаза и нос. Такого второго носа в России нет. Подойдите ближе. Месье Дырявин утверждает, что вы совершенно невнимательны на уроках математики, что вы рассеяны, что вы... И по алгебре плохо занимается. Стыдно, Пальцева. Неужели вас должны наказывать как маленькую? Вы же взрослая. Вы должны другим показывать пример, а не то, что вести себя дурно. Подойдите ближе. Хорошие успехи могут быть только при внимании и при лежании. А вы невнимательны. Стыдно. Но если буду дальше поступать жалобы, я вынуждена буду принимать какие-то меры. Ступайте. Смотрелись теперь. И что, по-вашему, плоха? Хоть убейте, ничего хорошего не увидел. Ваши глаза и нос гораздо лучше, честное слово. Вот взгляните на себя в зеркало, взгляните. Ваше жалование составляет 23 рубля в месяц. Ви, мадам. Хорошее жалование. И несмотря на это, вы можете рассчитывать на прибавку в ближайшее время. Уви, мадам.